господа. Прямо сейчас... Минутная готовность. Спасибо. Сегодня мы поговорим с вами о умных весах. А конкретно о умных весах бренда Пикук. Или, как часть российских пользователей их называет, ПИСОС. Мы вас не осуждаем. Датчики, которые анализируют состав тела, пропуская небольшой незаметный заряд тока по ступням. Также советы и рекомендации по похудению и набору массы прямо на экранах ваших смартфонов. Это настоящее, которое с сегодняшнего дня становится прошлым. Позвольте показать вам будущее. Слишком умные весы. Познакомьтесь с вашим новым лучшим другом. Это же слишком умные весы. С момента первого включения ваша жизнь изменится. Хо-хо-хо, здорово! Ну и квартирка у тебя, красавчик. Чтобы синхронизировать свой смартфон со слишком умными весами, просто предоставьте им доступ ко всему, что они попросят. Просто нажимай везде «Дать доступ», как ты обычно и делаешь. Не буду же я зачитывать тебе пользовательское соглашение на 240 страниц, камон! Ну и, конечно, ваше первое взвешивание. Во-во-во, а ты ноги-то помыл, надеюсь? Шутка! Но килограммов 5 тебе бы скинуть не помешало, если честно. Слишком умные весы. Будущее уже наступило. Прямо на меня! Слышь, а кто такая Настя? И почему она шлет себе такие развратные фотки? Бутер шоколадной пасты на завтрак? Я так понимаю, я могу даже не взвешивать тебя сегодня, а просто добавить 1 кг к прошлому показателю. По моим расчетам, сдохнешь в 40. Слишком умные весы удивят ваших друзей, а может быть и подруг. Ну, привет! Что, разговаривают? Да. Ты же в курсе, что у меня тут есть встроенная камера? В смысле? Эй, ну куда ты? Мы же почти заработали пару токенов! По-твоему, это смешно? Мне не нравятся такие шутки. Беги, беги! С твоими показателями тебе только бег и поможет! Ты видишь за меня? Не самый лучший выбор, братан. По-моему, Настя куда горячее. По крайней мере, если судить по тем фоткам, что она тебе скидывает. Да и в переписке у вас куда больше страсти, чем во всем этом вечере. К тому же у этой уровень висцелярного жира большой, мышцы рыхлые. Ты вообще представляешь, какие у вас будут дети, если... Да, это ничего, просто баг какой-то. Ну и нафиг ты телефон разбил? Денег выше крыши. Я проверил твой банковский счет и, кстати, вообще не понял, на какие шиши ты хотел свадьбу проводить? Финансовая обстановочка-то у тебя так себе. Слишком много тратишь на всякие дорогие гаджеты, типа меня и на видеоигры. Ты не пробовал пользоваться трейдином? Воу-воу, ты куда меня тащишь? Стой, 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 погоди! Ауч, хорош! Ай! Кстати, твоя мама... Чмо! Что ж, возможно, из видео вы поняли, что будущее может быть мрачным и пугающим. Но давайте вернемся в настоящее. В настоящее оно прекрасно и удивительно. Ведь в настоящем уже есть умные весы Пикук. И этого более чем достаточно. Ссылка в описании. Нет, чтобы сделать обычную интеграцию, так нет, ему надо повыпендриваться. Ты реально самый тупой блогер, которого я встречал. Вкинуть весь бюджет на съемку ролика, чтобы потом в любом случае читать комментарии типа «Продался?» Ты думаешь, оно того стоило? Болван.